Дорогие десногорцы, 12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Он объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит ее настоящее. Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего достижения наших общих целей и задач. Желаю всем десногорцам здоровья и благополучия. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!